Бег не приводит к мысли. Когда вы бегаете, у вас голова не работает, у вас дыхалка, мысль разгоняет только ходьба. Когда ты не отвлекаешься, ты идешь, а из-за того, что повышено кровообращение, ты неизбежно начинаешь думать. Поэтому желательно не слушать музыку во время ходьбы, не слушать аудиоподкасты. Перед тем, как выйти на ходьбу, я сначала формулирую тему, о чем я буду думать. Но ходьба не должна быть бесцельной, ходьба должна быть тематической.